нравится взрослая жизнь. У меня в офисе дружный коллектив. Чай, кофе, печеньки, соцпакет, полис ДМС. А зарплата... Не знаю, меня вот все устраивает. Анимешников больше не ждут в подворотне. Теперь я гордый гик. В общем, проблема такая. У меня 4 детей. Плюс еще четверо детей. Выполняем госзаказ на детей. Зато я научилась готовить столько разных блюд. Хотите, поделюсь с вами рецептом холодца? Нет! А мне вот нравилось в школе. У нас постоянно были то фестивали, то поездки. А взрослая жизнь — какое-то болото. Самое интересное событие — это когда мы с коками меняемся местами и ходим друг за дружку на работу. Ну ладно, девочки, вам пора. Все-таки завтра на работу. Эх, а ведь и правда, как было хорошо в 2007-м. Да, кое-что еще забыли. Тогда мы вам сейчас покажем. И включай ностальгию. Ну что, свело?